Турнир по русским шашкам в самом разгаре. Несмотря на малый возраст, кое-кто из этих детей сможет обыграть и взрослого. Возраст участников всего 6-7 лет. Вообще в турнире принимают 178 воспитанников из 33 дошкольных учреждений города. У нас сегодня здесь несколько учреждений. В основном это дети, посещающие дошкольные учреждения вот квартальской части города. И они здесь сегодня принимают участие. Параллельно еще идет турнир в 37-м детском саду. Там принимают участие воспитанники городской части нашего города. Вот. И в четверг, 30 января, у нас здесь состоится финал. Хоть в игре и участвуют дети, страсти на ней совсем не детские. Ну, конечно, не без слез. Бывают и слезы у участников. Но в основном все с таким боевым настроем, позитивно очень принимают участие в турнире. Победители будут известны в четверг. Самых лучших игроков наградят медалями. Остальные получат дипломы участников. Александра Барнакова, Альберт Домнин. Новости 360. Ангарск.